Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Кока, Васаби, Скромник, Арекс. Мы скачали очень крутых монстров Хендерсона. Этот пак вышел вчера, и уже у него 4 звездочки с лишним. Будем делать обзор, веселиться и поднимать вам настроение. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, он должен ходить, кстати, почему он не ходит? А может, ты выключил ИИ? А, нет. О, пошел, почему-то странно. Так, пошел. А, на что это похоже? Это коробка с ногами. Какая-то пачка из молока. Мне кажется, человек с нормальной фантазией такое не придумает. Димас, это да. Протухший кефир. Да? Да, он у меня вот так после школы. А, смотри, у него даже нарисована рожа. Так, давайте я включу, чтобы она сдамажила. Посмотрим, что он может. Так. Он не знает, что кого мочить. А, знает. Ну-ка. Пусть тебя замочит. Слышь, да? Пусть меня ударит. А ну давай. 100 жизней. 25 хп тратит. Маловато, да. Мне кажется, он должен был сильнее выносить. Так, сейчас мы возьмем монетку и проверим, сколько у него жизни. Монетка выносит 7000. 7000 у него. Оказалось, у него меньше, чем 7000 раз. Или ровно 7000. Продолжаем. На картинке тот же самый, но будет совсем другой монстр. Это какая-то странная голова, которая сразу начинает резко бежать и убивает с одного раза, да? Ого, он прыгать даже может. Да. Кстати, хорошо, да, лупашит? Давайте проверим, он прыгает или нет? Нет, он не... А если я вот сюда встану? Запрыгнет или нет? Мне интересно, он может по стенам лазить? Так, не берет его такое. О, ты видел, как он руками машет? Как вот этот ниндзя. Так, он может бить как сиреноголов, очень похоже. Ого, у него руки длинные, он сразу замочил. Придется тебя наказать. Прикольный монстр, мне понравилось. Можно за него поиграть, вселиться и лупашиться. Так, следующий называется Нурпо. Странное название очень. Что он делает? Ты можешь фигачить? Он добрый? Где он? Вот он ходит. А, может его надо... Ой, а. Что это было? Он резко убил меня с одного раза. Ау, больно. А, это ты за него играешь? Нет, это в меня попали. А, ну давай. Да, с одного раза убивает, пацаны. Это какой-то вообще жестокий. Маленький убийца. Я на него обид. Обиделся на него? А мне кажется, у него очень много жизни, ты его так не убьешь. Я могу взять свое любимое оружие. Не-не-не, это так не работает. Короче, давайте, пацаны, я его замочу, да, наверное? Чи два еще. Не, он медленный. Пошел отсюда. Обстоятельства, извини. Так, бывает. А, на линии огня стоял. Так, следующий у нас. А, этот был, подождите, это не тот. Псих, успокойся. Этого не было. The Hugger. Это вроде был. У нас были гиганты, а этот был маленький. Смотри, он схватил кого-то и побежал с ним, ты видишь? Нет, это не кто-то, это типа скромник, но это не скромник. Воу, смотри, он его съел. А, он висит на паутине? Прикольный, да, мод? Мне нравится. Разработчику 5 звездочек. Почему поставили 4, так и не понял. Слышь, успокойся, псих. Ну, страшный паук. Заболит. Паук такой стремноватый. Давай, мочи. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Давайте добьем до 1 000 000 подписчиков. Димас, он хочет по-плохому. Я отомщу за нас всех. Не-не-не, не отомстишь ты. Да, он, короче, дамажит нормально так. Кстати, что он за мной увязался? Отвали, замочи его. А, по нему еще попасть надо. Я не могу, я не смог это делать. Нет, ты ему ничего не сделаешь. Смотри, как он прыгает. Ну это скромник, да, у него между лап был? Очень похоже на скромника был. Следующий у нас The Hugger Void. О, это без этого челика между лап, да? Просто паук. Слышь, отвали от меня. Не, давай проверим, он когда меня схватит, я буду у него между лап или нет? А ну-ка. Вот, схватил. И об землю. Вот, появился. Ты понял, какая фишка? Я как личинка получается у него.
Он мутирует. Мод с мутациями. Смотри, что делать. Да, мне нравится. Надо, короче, брать оружку, наверное, и лупашить. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, промахнулся. Блин, не успел. Ой, блин, чуть-чуть. Доли секунды, я бы остался живой. Так, этих посмотрели. И у нас еще есть... Нервоус... Хисоу. Какое-то заклинание, я боюсь его произносить. Лупоглазый, каменный додик. Кровь из головы мне выпустил. Знаете, что я хочу? Я хочу в него вселиться. Он похож на скромника. Да блин, дай вселиться, этот челик не дает мне вселиться. 45. Отпадла. Слышь, он иди сюда. Падает. Так, давайте подлетим. Вот он что, тпхаться может? Он тпхаться может. Ты понял? Вот где он? Вот он. Да как такое может быть? Отвали. Я успел вселиться. Так, пацаны, дайте проверю, что он может. Может прыгать. Так. Я могу воспламеняться. Да я тебя поджигаю. А, совпадало с моим нажатием мышки. Как же он тпхается? Ладно. Покажи, как, что он может. Ага, а ага. Он может только убивать и стоять, и ходить. И телепортироваться может. Вот смотри, что он делает, ты видел? Мне этот больше всех пока нравится. А ребята, вы напишите в комментах, какой больше всех понравился вам. Мне этот больше всех. Прикольно, лупоглазый каменный додик. Так, успею, не успею? Успею. Это было жестко. Я тебя убил. Так, смотри, у нас еще есть... Йо-йо. Эй, с ножом! Слышь, она с ножом! Вот это больше всех пока мне тоже нравится. Слышь, мне все нравятся. Она тпхаться может, ты видел? Она за спину, ты перепортируется, как этот, SCP-173. А ну да, посмотри, как она мочит. Блин, классно, не убивай, не убивай, давай повыживаем. А где она? Она может со спины в любой момент подойти. Так, бежит, бежит. Хочу посмотреть, как она мочит. Так, вот за мной увязалась, а давай к пацанам приведем. Антимаска, может, не надо ко мне? Во-во-во, она за спину, видишь, ты пыхается, Пикачу? Давай-давай-давай, а ну попробуй, дуэль, один на один. Та! Убила тебя. А где она? Вот она. Вот это монстры. Классно, что Гаррис Мод сюда развивается классными модами. Но слабенько. Пошла, пошла, пошла. Она, короче, может этот, и на дом надо телепортироваться, и воздух. Опять за мной. Она какая-то жгучая. Отлично, замочили ее. Так, и у нас еще есть йо-йо киллер. А это что, не киллер был? О, это быстрее я немножко. Так, за мной она не хочет бежать, видит, что я очень быстро убегаю. Её проверить на огнеустойчивость. Ну, давай, мочи, мочи. Только она тебя сейчас убьет, скорее она всего. Она огнеустойчивая, Дима. Ее не берет? Обливай, обливай ее и поджигай. На. Давай, 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 замочи, замочи его. Ага. Быстро очень бегает. А, как мы с шифтом? Один в один. Скорость не меняется. Ну, не может тпхаться. Обратили внимание? Просто бегает. Давайте поставим еще вот эту, которая тпхается. Будет веселее так. Ну? Че, пацаны? Теперь вы уже ничем не сделаете против трех. Ой-ой-ой. Чем ты таким жахаешь? Оружие за это они тебя сейчас накажут за это, смотри. Зря. Ой, блин, не меня. Блин, схватила за кишки и убила. Димас, я могу, конечно, сделать все быстро, но ты это не любишь. Да, читерским оружием и я могу.
Монетка тоже получитерское оружие считается. Ух ты. Так, давайте сделаем глобальное выживание. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Димас, если наша карта была бы разобрана, я бы уже полкарты разбил. Так, побежали. Ого, они лупашат. Давайте, лупашьте. Под следом бомба. Одна, чисто одна бомба падает, маленькая. Она не активировалась. Активировалась. О, поубивала их. Ну чё, пацаны, как вам мод? Топ. Мне понравились и возможности, и вообще очень классно смотрится, и анимация крутая. Итак, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!